было до кольца. Лафайет разбегается. Ногами сыграл Хряпа, поэтому мяч. Попович психует. Теодосич его пытается успокоить. Хряпа лежал на полу. Ничего не говорит. Если Поповичу технический, то значит будет два штрафных в сторону Жалгириса, а потом мячик к ним. Фала Хряпи не было, а вот Крисмасу, пожалуй, что был. Ой-ой-ой, ребят, не бейте его, он еще не успел Хряпу ударить. Не надо уж его убивать. И бежит Пукал с техническим Поповичем. Нет, не Пукал, это был португальский арбитр. Отзывает тренеров, объясняет, какое решение принято. Мы об этом узнаем, мы же не услышим. Конечно, фол Крисмасу был изначально, а вот дальше поведение Поповича на самом деле возмутительно.